прогулку совершим, а жителям, что помним, сегодня повторим. Загадка. Ни люди, ни звери, ни часы, а ходят. Что это? Это шахматные фигуры. Все согласны? Да. Давайте проверим. Действительно, это шахматные фигуры. Идем дальше. Угадайте, что это за фигура? Кто знает? Матвей? Мне кажется, это фигура слона. Так, все согласны? Да. А кто проверит? Я. Давай, Матвей, выходи. Готовила занимательные ребусы. Посмотрите на доску. Кто хочет подойти и разгадать первый ребус? Так, поворачиваемся. Кто это? Так, молодец. У тебя кто получился? Только погромче. Михаил Тарн. Дальше. Тигран Петросян. Дальше. Борис Спасту. Вот это вы, ребята, молодцы. Смотрите. Великие шахматисты. 10-й чемпион мира по шахматам. Борис Спасту. 9-й чемпион мира по шахматам. Тигран Петросян. 11-й чемпион мира по шахматам. Роберт Фишер. 8-й чемпион мира по шахматам Михаил Таль. После занятия всем, кому интересно, вы можете подойти сюда к доске и прочитать про этих великих шахматистов. Любите разгадывать? Да. Так, первый вопрос. Он не цокает, конечно, но легко перешагнем через ряд фигур и пешек этим шахматным. Матвей? Все согласны? Да. Проверяем? Да. Конь фигура называется, да? Идем дальше. Обитает не в саванне и не так огромен он, но такое же название у фигуры этой. Яна? Слон. Все согласны? Да. Проверяем? Слон, верно. Третий вопрос. Кто не любит прыг доскок? Кто ходить привык без спешки и берет наискосок? Ну, конечно, это... Так. Все согласны? Да. Это пешка. Следующий вопрос. Мы могли на ней бы плыть с русским князем по воде, но позволено ходить и по клеточкам... Ладья. Все согласны? Да. Проверяем? Ладья эта фигура называется. Идем дальше. Фигура важная и сильная, всегда в красивом платье стильном. Захочет, так пойдет по вертикали, ну а захочет, так по горизонтали. Ее ходы не просто угадать, и по диагонали может пошагать. Диана? Хоть и важная фигура, но трусливая натура, и ходит лишь на клеточку одну, других фигур работа, лишь на него охота. Его поймаю и закончу я их. Яна? Это король. Проверяем. Это король, действительно. Их на поле всего два. Из-за них идет война. Одного поймать в ловушку, прекращается игра. Что это за шахматная фигура? Глеб? Это король. Больше ни у кого нет? Никаких предположений других? Полина? Нет.
Ферзь, да. У кого еще какие предположения? Кира и Ольга? Король. Ну что, проверим? Давайте. Это король, действительно. Короли – это главные фигуры на шахматной доске, но часто они так зазнаются, что забывают о том, что победа зависит не от целого шахматного войска. Сегодня мы напомним об этом нашим королям в захватывающем шахматном турнире. Согласны? Да. Король – это ключевая фигура в шахматах. Давайте мы с вами попробуем поупражняться. Расставляем наши фигурки на досках так же, как на доске. Расставляем. Смотрите внимательно. Расставляем себя. Нужно провести короля из позиции А1 на позицию H8.